Тысячи бочек вина и сотни покупателей. На знаменитом и одном из старейших аукционов мира «Оспис де Бон» в Бургундии в нынешнем году побит рекорд 4-летней давности. Здесь продано винной продукции на сумму в 29 миллионов евро. В 2018 году участники торгов потратили в Бонне 14 миллионов. Мы практически бросились из одной крайности в другую. С урожаем 2021 года, а это был самый маленький урожай за последние 40 лет, на продажу было выставлено 362 лота. Теперь все по-другому. В 2022 году урожай оказался богатым. Это уже 162-я распродажа вина, и мы предложили клиентам 820 лотов. Такой успех связывают с отличным качеством урожая и восстановлением винной отрасли после 2 лет пандемии. Среди покупателей по большей части не французы, а иностранцы. Часть доходов от продаж будет передана ассоциациям, которые помогают детям.